Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. На концерт в Малом зале «Мгновение любви. Романс 20 века» приглашает Приморская филармония. В программе прозвучат романсы Микаэла Таривердиева, Алексея Рыбникова, Исаака Шварца на стихи Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского. Начало 18:30, стоимость билетов 500 рублей. На пробное тестирование единого госэкзамена по истории всех желающих приглашает библиотека имени Максима Горького. В течение 4 часов предлагают написать один вариант тестового экзамена в условиях, максимально приближенных к реальному ЕГЭ. Начало в 16:00, вход свободный. В Мариинском театре дадут оперу «Риголетто». Сегодня сложно представить, что когда-то тексты этой известной оперы считались опасными и чересчур вольными. И венецианские цензоры даже настояли на ряде их весьма существенных изменений. Начало в 19:00, стоимость билетов от 300 до 6 тысяч рублей. Исторические пятницы продолжаются в первой молодежной библиотеке БУК. Новая лекция Семена Лескова из цикла «Пепел прошлых побед. Имперская русская политика в период 1825-1849 годов». Начало в 19:00, вход свободный. На 5-й заключительный концерт фестиваля «Камерные ассамблеи» приглашает Дальневосточный государственный институт искусств. В исполнении студентов, ассистентов-стажеров, преподавателей института и артистов Приморской сцены Мариинского театра прозвучат шедевры инструментальной и вокальной музыки. Начало в 18:00, вход свободный. Начитку пьесы, разговор которого не было всех желающих, приглашают артисты театра ТАН в гимназию номер 1. Это спектакль для тех, кто любит рассуждения о смысле жизни, дружбе и человеческих отношениях. Начало в 18:00, стоимость билетов 150 и 200 рублей. А Владивостокский цирк приглашает на юбилейную программу «Наш добрый-добрый цирк». Зрители ждет множество захватывающих номеров, а также выступления знаменитого клоуна Майя. Начало в 16:00, стоимость билетов от 500 до 1800 рублей. На заключительные дни выставки «Волшебная сказка» Анастасии Архиповой гостей и жителей Владивостока в зал на Алеутской приглашает Приморская государственная картинная галерея. В экспозиции представлено более 60 акварельных работ, иллюстрации к сказкам Ганса Христиана Андерсена, «Братьев Гримм» к повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» и сказки Оскара Уайльда «Великан-эгоист». Стоимость билетов от 100 до 200 рублей. На сцене театра «Кукол» состоится спектакль «Капризная принцесса» по сказкам Ганса Христиана Андерсена «Свинопас» и «Принцесса на горошине». Начало в 10:00, стоимость билетов 250 рублей. А в музее города пройдет игровая программа для малышей «Рыбий день. Подводные истории». Это небольшой рассказ из жизни морских глубин и игры на морскую тематику. В рамках представления ребенок сам становится маленькой рыбкой, жизнь которой полна открытий и приключений. Начало в 11:00, стоимость билетов 200 рублей. Обязательно предварительная запись. На музыкальное занятие из цикла «Музыка песчаных сказок» маленьких и юных зрителей ждут в Мариинском театре. Сочетание музыки французских композиторов-импрессионистов в джазовой обработке, знаменитая сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и песочная анимация. Начало в 12 и в 14:00, стоимость билетов от 100 до 600 рублей. А театр молодежи приглашает на инсценировку Галины Копыловой «Все будет хорошо» по сказке Владимира Сутеева «Мешок яблок». Начало представления про доброту, дружбу, взаимопомощь и бескорыстие в 12:00. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей. На этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.